Привет! Сейчас я вам открою коробку под названием Cube Rainbow RGB Lighting Kit Chameleon. А также покажу, что к ней есть такой себе DLS в виде кулера, который вы можете докупить отдельно, ну или несколько по желанию. Погнали! А вот и все содержимое коробки. Пульт управления, контроллер с кнопками предварительной настройки для подключения до 10 кулеров и LED-лент. А разъемы с ключом точно не перепутайте. LED-ленты и вентиляторы имеют одинаковый разъем. Питается контроллер электричеством напрямую с вашего блока питания через Molex. Важно размещать приемник контроллера на прямой видимости пульта. Через преграды он, ну, не работает. LED-ленты просто впечатаны в крепкий пластиковый каркас с магнитной основой и двухсторонним скотчем для крепления в корпусе. Я проверил этот скотч, он и вправду хорош. Всего в наборе 2 LED-ленты и 2 кулера, контроллер и, конечно же, пульт. Благодаря адресной подсветке этот набор позволяет задавать режимы и цветовые гаммы просто завораживающие. Постараюсь показать сейчас по максимуму от самых простых, однотонных до всевозможных переливающихся. Всегда делайте выбор только в свою пользу. До свидания.